Новый год через пару часов, а я выгляжу не так, а вот так. В моей ситуации сухой шампунь вряд ли поможет, поэтому идем в душ. Ставь лайк, если ты тоже заставляешь себя идти в душ, а потом заставляешь выходить из него. Запомните, никаких четких стрелок в эту ночь, а то есть риск, что они поедут домой раньше вас. К сожалению, в реальной жизни фильтров нет, поэтому маскируемся тоналочкой. А вот с губами ситуация еще сложнее. Кремовая помада покинет твои губы уже через 5 минут поедания оливье. А вот стойкая матовая может остаться с тобой на весь следующий год. Поэтому я набираю на кисточку матовую красную помаду и наношу ее только в один слой поверх карандаша. Последнее время на вечеринку желательно приходить одетой, поэтому я купила вот такой свитер. У меня еще вот такие подкрадули и ананас. И да, перед тем, как вы пойдете тусить, не забудьте отметить свои достижения за предыдущий год. Кстати, я никогда не любила оливье, чтобы я нарезать салаты. Так, напомните, зачем мне вообще куда-то идти? Вот, пожалуйста, о чем я говорила.